Жители одного из городских микрорайонов с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Сказочный волшебник поиграл с ребятами и вручил каждому сладкий подарок. Отмечать праздник всем двором жильцы ближайших многоэтажек уже привыкли. Вместе регулярно встречают Новый год и Масленицу. 2020 не стал исключением. Замечательно, что как бы о нас подумали, о детях, что устроили хороший праздник. Не обошлось и без сюрпризов. На праздник заглянули Снегурочка и Баба-Яга. А вот Деда Мороза пришлось звать всем двором. Сказочный волшебник, знающий все тропинки в лесу, заблудился на городских улицах. Молодцы! Собравшиеся поиграли со сказочными героями, а самые маленькие получили из рук доброго волшебника сладкие подарки. А что у него попросите в Новый год? Я ничего не буду просить. Зачем его загружать? Да, я, наверное, тоже так же поступлю. Двор возле дома номер 46 по улице Космонавтов можно назвать уникальным. Здесь есть все для активного отдыха. Детская и спортивная площадки, горка, с которой можно прокатиться на тюбинге, и каток. Мы стремимся людей вытаскивать на улицы, устраивать вот такие праздники, утренники, какие-то спортивные мероприятия, чтобы как-то людей вытаскивать из дома на свежий воздух, как-то отдыхать, заниматься спортом. В городском округе подготовлено 16 катков, 5 на стадионах и 11 во дворах. Поэтому в новогодние каникулы активный отдых на свежем воздухе люберчанам гарантирован. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.